Ребята, у нас порадовали. Аттракционы приехали, вот такие вот КамАЗы. Какой-то иностранный аттракцион у нас приехал. Видите, как интересно будет, да? Сейчас все вам покажу, пацаны, все посмотрим. В общем, весело у нас тут становится. Лето начинается. Можно снимать фантастическое детективное кино. Приключения комиссара Барзана среди аттракционов. В общем, будет интересно, очень много привезли различных аттракционов, ребята. Не будем заходить в магазин-то? Ну, прикольно, лошадки, смотрите, какие там. Слушайте, мне это напоминает. Что? Да, идем? Мне это напоминает какой-то французский городок. Смотрите, как интересно. Ночью будет здесь. Прикольно будет, да? Будем приходить снимать, потому что автомобиль такой тут гоночный, в общем. В общем, пацаны, что-то крутое к нам приехало. Опа-на! Ой, бля, тут еще мужик сидит, смотри. Человек-паук, это ты не живи, не шевелишься, да? Ну ладно. Ладно. А, вот здесь можно выйти. Все, ребят, можно снимать серию про комиссара Барзана. Это Дмитров, дядька, батька, титька, детка. В общем, все, ребят, вот такая штука. Надеюсь, вам понравился такой небольшой детективный сериал. Все шикарно, ребята.